А в Гомеле рядом с зоной отдыха разрастается кладбище домашних животных. В Гомельской области впервые за 3 года родились тройняшки. А директору Сымбальбай Павлу Белоусу вынесли приговор. 11 мая на календаре, в студии сильных новостей, Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! А в Гомеле рядом с зоной отдыха разрастается кладбище домашних животных. Некоторые могилы растащили дикие животные. Сильные новости разбирались в ситуации. Несколько лет назад жители 104-го микрорайона облагородили озеро недалеко от жилого массива. Здесь местные отдыхают и гуляют с детьми. А вот на входе в лес всех любителей пеших прогулок встречает живописное кладбище домашних животных. Некоторые могилы очень напоминают человеческие. Оградки, цветы, годы жизни и смерти. Есть могилы, разрытая и дикими животными. К слову, за самодельное захоронение животных предусмотрен административный штраф. Можно схлопотать до 20 базовых, это 740 белорусских рублей. Как быть с умершим питомцем? Либо отдать животное в спецкоммунтранс на утилизацию, либо заказать кремацию в одной из коммерческих организаций. Стоимость от 80 до 300 рублей. А в Гомеле построить небоскреб. Сколько этажей будет в самом высоком жилом доме города? Это будет первый жилой дом такой этажности, сообщили в гомельском ДСК. В местном небоскребе будет 24 этажа. Напомним, что в Гомеле сейчас нет жилых зданий выше 18 этажей. Первый этаж отведут под коммерческие помещения, офисы, магазины, кафе и парикмахерские. Со 2 и по 24 будут жилые квартиры. Всего их по плану 184. Строить будут в 18 микрорайоне по улице Мазурова. Уже приступили к возведению фундамента. Можно представить, какой оттуда будет открываться прекрасный вид. Весь город как на ладони, подчеркнули в ДСК. Стоимость квадратного метра в новом доме пока неизвестна. Хорошая новость. В Гомельской области впервые за 3 года родились тройняшки. Родители поздравили в ЗАГСе Новобелецкого района прямо на торжественной регистрации. Начальник ЗАГСа Анна Мишина сказала, что тройня в семье Ибрагимовых первая на Гомельщине с 2020-го и в Новобелецком районе с 2012-го. А в Гомеле пройдет дополнительный кастинг областного отборочного этапа «Мисс Беларусь». Напомним, что изначально кастинг на Гомельщине проходил еще в марте. От девушек требовалось прийти в указанное место к назначенному времени с минимальным макияжем. Взять с собой облегающие джинсы или лосины, майку, купальник и туфли на каблуках. Более того, нужно было быть готовыми к тому, что жюри попросит показать творческий номер. Ну там, спеть или продемонстрировать театральный этюд. Сообщалось, что жюри ожидает увидеть не менее сотни соискательниц. Лучшие из них должны были пройти в полуфинал, запланированный на май. Однако не все так просто в этом мире. Поэтому 13 мая в 12:00 начнется дополнительный кастинг областного отборочного этапа. Приходить по проспекту Речицкому 24/3. Прийти попробоваться может любая гражданка Беларуси от 18 до 27. Рост от 172 сантиметров. Без татуировок и пирсинга, никогда не состоявшая в браке и не имеющая детей. А что с красавицами напряг? В Житковичском районе под колеса автомобиля попал 5-летний ребенок. Он пересекал дорогу на велосипеде. Вчера вечером водитель Volkswagen Polo сбил мальчика, который внезапно выехал на проезжую часть прямо перед машиной. К счастью, ребенок остался жив. Его отвезли в хирургическое отделение больницы. Милиции напомнили родителям, что никогда не будет лишним повторить своим детям правила поведения на дороге и возле проезжей части. К слову, детям младше 14 лет вообще запрещено кататься на велосипеде по дороге без присмотра взрослых. Как жестко. Директору Сымбальбай Павлу Белоусу вынесли приговор. Теперь он должен провести 13 лет в условиях усиленного режима. Суд посчитал Белоуса виновным в руководстве экстремистским формированием, измене государству, публичных призывах к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя страны. Кроме того, директора Сымбальбай обвиняли в том, что он организовывал групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшим нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций. Также Павел Белоус должен выплатить штраф в размере 500 базовых, то есть 18,5 тысяч рублей. Продолжая тему, стало известно, когда начнут судить Эдуарда Бабарика. По информации Минского облсуда, уголовное дело начнут рассматривать 22 мая. Процесс будет проходить в выездном заседании в помещении Минского райсуда. Эдуарда Бабарика обвиняют в преступлениях по нескольким статьям. Сыну Виктора Бабарика вменяют то, что он уклонялся от уплаты налогов, отмывал деньги, полученные преступным путем, а также в пособничестве организации массовых беспорядков и разжигании расовой, национальной, религиозной
расовой или иной социальной вражды или розни. Напомним, что Эдуард Бабарико был задержан 18 июня 2020 вместе со своим отцом. Виктора Бабарико осудили еще летом 2021 и приговорили к 14 годам тюрьмы. А вот это поворот. У футбольного клуба «Шахтер» забрали чемпионство, впаяли огромный штраф, а также лишили очков. Кого еще наказали за договорники? Белорусская федерация футбола объявила о дисциплинарных мерах в связи с договорными матчами среди команд высшей лиги в 2022. Так ФК «Шахтер» лишился чемпионства, получил штраф в размере 10 тысяч базовых, это 370 тысяч рублей. Также с клуба снимут 30 очков в этом сезоне и 20 в следующем. Энергетик БГУ также потерял второе место в чемпионате. Получил 2000 базовых, это 74 тысячи рублей. С клуба также снимут 20 очков в этом сезоне и 10 в следующем. Такой же штраф получила и Бобруйская Белшина, а также лишилась 10 очков в этом сезоне и 5 в следующем. Десятки спортсменов получили огромные штрафы и дисквалифицированы. Среди них есть и те, кто играл за национальную сборную, например, Никита Корзун и Михаил Гордейчук. Попал под замесы один из лучших тренеров Беларуси, Анатолий Юревич. В свое время он тренировал ФК «Гомель», с которым брал серебро чемпионата, а ныне трудился в структуре «Энергетика БГУ» и занимал должность государственного тренера. Сейчас Юревич получил 1000 базовых величин, это 37 тысяч рублей, и дисквалифицирован на 5 лет. Решения могут быть обжалованы в 10-дневный срок. Штрафы капец. В Беларуси словили еще одного педофила. Он насиловал свою племянницу. Задержанный 33-летний минчанин. Известно, что с 2021 он неоднократно совершал различные сексуальные действия в отношении 13-летней племянницы. При этом он проживал с семьей девочки в одной квартире. Задержанный признался, что подобные факты происходили даже тогда, когда родители ребенка находились дома в соседней комнате. Девочка боялась рассказывать о происходящем родителям. Лишь спустя долгое время она написала о домогательствах в записке матери, которую та после беседы с дочерью передала в милицию. Следователями возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Откуда их столько берется? На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра.